Всем привет! Ну что, путешествие в Лабинск начинается. Приятного просмотра. Погнали! Ну что, всем привет! Я в Лабинске. Приехал автобусом. Автовокзал. На самом деле я здесь был только проездом несколько раз. Ну раз уже, наверное, раз 20 туда-сюда катаюсь, Москва-Курджинова. И вот первый раз приехал посмотреть город. Нахожусь, получается, в центре. Ну и посмотреть здесь какую-то недвижимость. Мне что-то нужно купить поближе к Ростову, в том числе и рассматриваю Лабинск. Отсюда 400 километров с небольшим, тоже далеко, но как вариант все равно интересно посмотреть. Город, много про него хорошего слышал, город-курорт. Ну здесь не море, понятно, это Краснодарский край. Но здесь малоэтажная застройка, сейчас буду ходить пешком, насколько этот город удобен передвигаться без машины или на колесе. Здесь в районе 60 тысяч человек живут, в принципе, достаточно много. Город небольшой, но и не поселок городского типа. И здесь также есть термальные источники, как я понимаю, санатории разные. Погуглил, посмотрел. Но буду показывать, рассказывать. Приятного просмотра. А вот и пазики. Давненько я их не видел. Страшная машина. Очень неудобно на ней, некомфортно. Ну, ходят еще такие. Уже третья машина проезжает за полчаса с музыкой, орущей на все. Особенность такая на юге, похоже, есть. В Мостовском тоже иногда встречается. Как и в Мостовском, здесь везде ухожено, чисто. Ну, по крайней мере, первые впечатления самые. Я, конечно, похожу сейчас и по окраинам, покажу вам весь Лабинск. Но так вообще, по ощущениям, молодцы в Краснодарском крае, стоит только похвалить. Посмотрим дальше город, но вообще очень хорошо. Аккуратно. Мостовской отсюда в 30 километрах. Я там бываю очень часто и, конечно, купил бы жилье в Мостовском. Но, к сожалению, ценники такие, что за те деньги, что просят в Мостовском, можно купить где-то в Подмосковье. Поэтому приехал смотреть Лабинск. ЖД здесь нет. ЖД-станции, точнее, грузовая только ходит до Курганинска, по-моему. Так, буду рассказывать, чем люди живут, пообщаюсь с местными, расскажу вам. Ну, это Краснодарский край. А Краснодарский край вообще отличается обилием повышенным красивых девушек русских. Очень много. И здесь, в Лабинске, тоже уже вижу, встречаются. То есть, достаточно красивые, действительно, женщины. Краснодарский край, то есть, Краснодар. Соответственно, Волгоград тоже. Прям вот город невест — это не Иваново, поверьте мне. Вот в Иваново я, правда, был проездом, ничего не могу сказать, но статус города невест можно многим южным городам России смело присваивать. Ой, коронавирус, я еще тут слышу. Люди, что с вами не так? Аудиовещание. Что с вами не так, люди? Либо вы забыли сменить пластинку. Но город преимущественно одноэтажный. И по карте я смотрел, по Google картам очень много частных домов. И вот моя цель, я в разных частях города буду смотреть. Сейчас поеду в район сахарного завода, который, как я понимаю, закрылся. Это туда. А потом поеду отсюда еще 2 километра. Карла Маркса, что ли, дом в частном секторе, квартира. Все до миллиона стоимостью. Меньше миллиона обе квартиры стоят, ну там 920-980, тоже немало, но еще нужно знать про Лабинск, что здесь также огромное количество туристов, и купив здесь недвижку, ее всегда сдашь, пусть не за какие-то космические деньги, но спрос будет, она не будет простаивать. Ну, каких-то денег больших, я тоже думаю, здесь нет, чтобы сказать вау, но повторюсь, город-курорт. Здесь именно санатории, есть теплые источники, как и в Мостовском. Посмотрим, приятного просмотра вашего. Покажу вам еще много таких улочек южных, улицы Горького. От вокзала немножко пройду пешком. Я пока даже не знаю, есть ли здесь вообще многоэтажки, выше хотя бы 9 этажей, подозреваю, что нету. Что удивительно, только на самом вокзале видел пару точек, где можно там купить, покушать что-то, перекусить.
Вокруг торгового центра прошел ни одной. Кофе думал попить, ничего не нашел только что. Но это юг, здесь жарко, секрета никакого нет. Краснодарский край — это очень жаркая область. И те, кто... Я неоднократно слышал истории лично, плюс мне очень многие пишут на Дзене в комментариях, что люди иногда уезжают обратно. Приедут, например, люди, особенно в возрасте за 50, да или даже за 40. И когда всю жизнь прожили, где зима там 8 месяцев в году, то в Москве фактически так же холодно, считай, у нас. Май, июнь, июль — это тепло. Август уже холодный часто, середины. Куда-то не туда я зашел, я не знаю, жилые это дома или завод какой-то. На жилые не похоже. Слишком высокие потолки, производства, скорее всего, какое-то было. Но домики разные, домики красивые есть. Что-то как-то перестарались. Смотрите, какая высота пандуса, чтобы вы понимали. Очень высоко. Ну так походил 10 минут. Мостовской, конечно, без обид. Кто в Лабинске живет, Мостовской более чистенький. Ну посмотрим, это может быть только здесь. Даже не то, что чистенький, а и дороги подразбиты. Либо их ремонт делают, не закончили. Но все равно впечатление хорошее, конечно. Сейчас нигде не нашел, чтобы кофе попить вот в этом Сириусе. Нигде нету ничего. Пойдем сюда. Приехал я смотреть квартиру в районе сахарного завода. Но он уже закрытый, как говорят, не откроется. Здесь пятиэтажки. Это вот одно из них. Второй дом — это поликлиника. В общем, будем смотреть. Тепло здесь, хорошо. Погоду удачную поймал. А это пятиэтажки, это бывшие коммуналки. Остановки современные. Очень зелено. Хороший дворик. Кирпичный дом. Давайте посмотрим, что это за сахарный завод, что тут есть. Остановка около дома. Стоит такое жилье 920 тысяч. Это улица Ленина. Маршрутка стоит 37 рублей. Смотрел по карте, увидел что-то невероятное. Ангел-хранитель. Огромная площадь вот за этими домами. Пойду посмотрю. Смотрел квартиру, которая стоит 920 тысяч только что. Там, конечно, еще ремонт нужно сделать. Я вижу, что там, к примеру, есть косяки. Сверху правое окно в комнате, оно сделано криво. Это видно невооруженным взглядом. Не знаю, я снял для себя так кусочек, но это видно. Плюс полы, несмотря на то, что стяжка и на ней фанера, они поскрипывают, там по полсантиметра вниз уходят, что, конечно, печально. Но ценник, конечно, 920, по нынешним меркам это немного, на самом деле немного. И получается маленькая однушка на краю города, сахарный завод, который не работает и вряд ли заработает. И для экологии это хорошо, говорят, для рабочих мест это плохо. Слушайте, ну здорово. Здесь мне все нравится. Вот такой Лабинск мне нравится больше. Я люблю город, люблю, когда движуха, широкие улицы, тротуары большие. Все равно кафешек особо не вижу. Не то, что я живу ради желудка и немного ем, просто действительно с дороги думал кофейку попить, ничего не нашел. У местных спросил, говорит, столовая есть, и там дальше еще что-то есть. Классный парк. Но если я там куплю дом, мне до сюда ехать, конечно, километра 3-4. Не дом, а ту квартиру. Отсюда до Ростова 400 где-то километров, если память мне не изменяет. От Лабинска. А Лабинск — это Лаба. Река Лаба. Слушайте, ну вот такой Лабинск мне очень нравится. Видите, что-то делается. Городской дом культуры. Вот что я увидел по карте. Памятник Ленину. Весь печальный Ленин. Совсем
печально, плохо ему. Ну, весь такой. Слушайте, вот, я люблю такое. Специально вышел. Я сейчас 12 буду вторую квартиру смотреть на улице этого Карла Маркса. То есть смотрел на одной окраине города, сахарный завод, поеду на этот северо-запад, грубо говоря. Сегодня 6 мая, скоро праздник, 9 мая, все, вовсю подготовка идет. Кто ж так песню испортил таким хриплым голосом, а? Как будто шансон пою. А это у нас 1841. Пойдемте посмотрим, что это за ангел. По войскам, ну, читайте. Кисловодск. Да? Еще больше красных флагов, и как будто в СССР находишься. Ну, точнее, флагов красных нет. Ладно, пойду дальше, буду вам показывать интересная праздничная атмосфера. Иду по улице Карла Маркса. Здесь встречаются пятиэтажки. То есть это лаба, это гостиница. Как санаторий, правильно, я про него в интернете читал здесь. По-моему, здесь как раз и источники есть, если ничего не путаю. Вот она, улица Карла Маркса. По поводу заработка, ребята, ну, конечно, тут особо ничего нет. Сахарный завод закрыт, как говорят. Ну, мне сказали, что это хорошо для, я уже говорил, для экологии. А для рабочих мест, конечно, плохо. Живут здесь есть. Масло делают, завод масла. Также есть элеваторы. Вокруг поля, это все-таки юг России, Краснодарский край. Очень много здесь людей работают в этой сфере, как мне сказали. Напомню, население в районе 60 тысяч человек. Вот, но я так уже здесь 2 часа нахожусь и проехал на такси, и хожу. В принципе, дороги, да, конечно, не такие, тротуары ухоженные. Вот, как в том же Мостовском, там вообще прям красавчики большие. Ну и здесь неплохо. Многие дома хорошие, очень многие. Я из-за окна такси пока ехал, смотрел. В целом место такое, хорошее. Вот двухэтажки. Тоже кирпич. Частный домик. Так что здесь тихо, спокойно, относительно небольшой городок. Есть пятиэтажек, целая россыпь, но в основном, конечно, одноэтажные дома очень много. Мы уже покатали, сколько можно еще покататься. Ну, радует, что работы ведутся, дороги делают. А это парк. Время у меня еще есть, я сюда, думаю, вернусь. Сейчас уже не буду отвлекаться. Но парк выглядит хорошо. Ухоженные дорожки, деревья. Я говорю, в целом место неплохое. Я хорошего про Лабинск уже не раз слышал. Именно про Лабинск, не про что-то другое. Либо мне так попалось. Такие истории. И здесь Пеноплекс. Кто-то так же, как я, видите, начал, не закончил. Но закончит, надеюсь, как и я, все-таки закончил утепление дома на центральной. Ух ты, как красиво. Птицы, дрозды, что ли, или кто это? Не разбирается. Все, еще иду по улице Карла Маркса. Осталось 22 минуты пешком. До адреса успею. Посмотрю еще одну квартиру. Ну и потом покажу еще другие улицы. Постараюсь город побольше охватить, насколько это возможно, пока я отсюда не уехал. Заброшенные дома даже встречаются. Ничего себе. Ну, все бывает.
дышится хорошо, ничего вредного здесь нет, каких-то предприятий, ничего вокруг, поэтому воздух тоже достаточно неплохой. Добрался. Короче, это самая окраина получается, в северной части. Собаки лают. А там уже лоба. Но до нее, как я понял, особо тоже не дотопаешь, здесь ручей. Птицы щебечут красиво. И там дальше дом очень крутой строят. Очень хороший дом, сейчас покажу. Здесь деревья, как смотрите, красиво ухожены. Там дальше еще лоба, но до нее сейчас не дойдешь, потому что там еще частный сектор. Смотрите, дом какой красивый, видите? Кусочек видно. И там ручей, я туда ходил, небольшой ручей. И лягушки плакают. А здесь не слышно. В общем, Лабинск — место интересное. Только здесь тоже, даже я так прикинул, на моноколесе с этого сахарного завода или отсюда особо не накатаешься. Тротуары сахарного завода идут в центр узкий, а в центр все равно часто ездить. Я по опыту знаю, когда живешь вокруг, к примеру, там ни одной кафешки нет, захотел пиццу, ну, если только заказывать. Магазины есть. Здесь тоже, я так понимаю. Но все равно это большой город, достаточно тихий, спокойный, южный, солнечный. И девушки в целом попадаются красивые, на самом деле, такие. Кубань славится, я уже говорил. Не вся, но очень много симпатичных. Это улица Ленина. Я как раз хотел на ней побывать, но сейчас я пойду в сторону Октябрьской. Нашел пиццерию. Надеюсь, там будет вкусно. Пообедаю. Время как раз уже час дня. Посмотрел я квартиру, которую продают чуть меньше, чем за миллион, но с торгом. Квартира на втором этаже, первый этаж цокольный. Первый этаж цокольный, в квартире есть вода, естественно, свет, понятно, кирпичный дом, второй этаж. Лестница очень неудобная подниматься, без перил. Площадь 35 метров, прихожка небольшая. Соответственно, комната с высокими потолками. Такое чувство, что там метра три. Очень высокие потолки. Полы только так чуть поскрипывают, но в целом, в остальном, нормальное состояние. Ну, конечно, все равно там еще подделать нужно. Здесь тоже можно пройти. Иду по улице Октябрьская. Газ. Соответственно, можно и плиту поставить. Газ-форсунка отапливает. Стену греет. Но помещение, где там туалет поставить, там два септика в итоге. Один септик старый идет на улицу, говорят, иногда забивается, тут честно сказали. Второй новый, туда вот слив идет с туалета и рукомойника. Это только эта квартира, дом на 4 квартиры. В целом локация неплохая за счет того, что там у нас достаточно дорогие дома строят, я вам показывал. Вот единственное, тротуаров не хватает очень сильно. В общем, ребята, буду думать, потому что мне все равно нужно брать машину, либо взять квартиру на сахарозаводе, но... Сахарозавод, риэлтор тут правильно сказал этот. Понятно, что он хочет продать, но в его словах есть правда. То, что вот этот район сахарного завода — это самое недорогое жилье. Соответственно, и как повезет с контингентом, понимаете? То есть всегда самое дешевое жилье — это, ну, не самый хороший выбор часто. Здесь же это тоже дешевое жилье. Но здесь вокруг строятся очень красивые дома. Зато на сахарном заводе, там мне понравилось, действительно, очень ухоженно, и люди вроде как хорошие живут, по ощущениям. Не чувствуется там какого-то, знаете, такого социально плохого элемента. Вот, по крайней мере, тот домик, что я смотрел, он достаточно красивый, ухоженный, и чистый в коридорах, и везде все так неплохо. В общем, буду крепко думать, потому что Лабинск рассматриваю. Здесь 350 километров до Ростова всего. Это намного ближе, чем я живу сейчас в Курджиново. Но машина здесь, она практически жизненно необходима. На колесе, на самокате тут не поедешь. Это не Москва. И, конечно, тут центральные улицы с тротуарами. Но в остальном вот так вот, такому небольшому кататься неудобно.
проспал, кто знаю, по таким маленьким тротуарчикам. Там впереди идет объект, неудобно на дорогу выезжать. Тоже, чтобы другим участникам движения на своем колесе или самокате не мешать. В общем, везде свои нюансы. Но я рад, что я съездил в Мостовскую. Я рад, что я съездил в Лабинск. Давно хотел здесь именно побывать, посмотреть. В общем, до пиццерии, потом в парк и обратно. Вот весь бы Лабинск такой был, вот с такими тротуарами хорошими. Было бы шикарно. Может быть, когда-то и будет. Домов много хороших. Прекрасное место, не зря я сюда шел. И там еще для детей игровые автоматы дальше есть. Меню. Такие цены, более-менее. Хачапури. О, я себе хачапури возьму. Лайк этому видео. Брускетки 250 рублей. Класс. Брускетки с томатом просто огонь, с грецким орехом, соусом. Пицца, сейчас попробую. В принципе, ничего. По 10-бальной шкале, ну, баллов 7,5. Брускетики 9,5 из 10. Тоже неплохо, суховато просто немножко. Ну что, пойдем в парк. Перекусил, неплохо. Это улица Комсомольская, гравийная такая дорога. 6 перекрестков пройти, потом налево и почти в парке. Были мысли колесо взять, но не стал. Думал, не буду за один день, на один день колесо брать. Хочу ногами пройти вокруг. Посмотреть потенциальное место жительства. Именно пройти, а не на колесе проехать. По городу хочу проникнуться, поэтому... А так колесо, конечно, это чувство свободы и полета. И скорость там 4, 5, 6 раз выше, чем пешком. И выше. Как необычно как-то. Идешь, идешь, раз. Такая необычная церковь. Обычно я религиозные сооружения не снимаю, а тут просто... Опять же, он закрыт этим не шифером, металлическим металлопрофилем, но в целом архитектура, смотрите, какая хорошая. Явно современное здание, но так вот что-то есть. Кстати, юга здесь практически не чувствуется, как будто я где-то в Подмосковье нахожусь, не знаю, сложно объяснить. Тот же Мостовской, он больше на южный город похож. Сложно описать, но это Лабинск, это большой город, одноэтажный город однозначно. Пятиэтажки разбросаны по всему городу, по чуть-чуть там, но в целом вот так вот здесь выглядит Лабинск. Ну что, посмотрим парк. И на этом выпуск уже тогда буду завершать сегодняшний. Ну вот я и в парке. Посмотрите парк вместе со мной и то, что вокруг него. Зашел с улицы Ленина. Парк совсем небольшой, больше даже как будто сквер. Ну хотя вон, смотрите, вон там вдалеке машины ездят. В принципе, ничего, можно прогуляться, походить. Только машины. А это что у нас такое? Буквы центр творчества.
Неплохо, очень даже. Молодцы, это труд поддерживать в хорошем состоянии все это. Это ежедневный труд. Ну что могу сказать про Лабинск? Конечно, я здесь побыл, считай, что там, 5 часов нахожусь, ни о чем. Даже не останусь ночевать здесь, не стал снимать квартиру. Походил, посмотрел, Лабинск разный. Лабинск, конечно, очень город малоэтажный, то есть совсем мало из окна автобуса и просто пешком из окна такси. Очень мало, конечно, домов. И больше 5-этажных вообще нету, сами местные говорят. По деньгам, повторюсь, уже говорил, особо ничего такого нет. Сельское хозяйство, как другой мне сказал человек, торговли живут. Но чтобы торговли жить, надо продавать тем, у кого есть деньги. Значит, деньги у людей есть, потому что дома вижу красивые. Но каких-то иллюзий тоже не стройте, кто меня смотрит, думает, может, Лабинск это альтернатива тому же Краснодару переполненному, или Ростову, или другим городам. Тихий, спокойный город. Есть красивые места, есть где дороги грунтовые с ямами. Не так, как Кружино, но тоже. Честно, без обид, кто здесь смотрит с Лабинска, Мостовской, конечно, более красивый. Хотя он меньше, он поселок городского типа. Но здесь тоже, на самом деле, не за что ругать, если даже взяться с целью критиковать. Нормальный город, вполне чистенький, аккуратненький. Да, где-то асфальт не такой хороший. Где-то там что-то еще. Но в целом все равно впечатление очень хорошее. Молодцы. Вот это труд, труд большой. Ладно, друзья, тогда на сегодня все. Скоро уже уезжать обратно в Курджиново. Посижу немножко. Жарко, передохну. Как обманули нас синоптики, а? Порывы ветра там высокие. Дождь, ливень, а ничего нету. Ну хорошо, что я съездил, посмотрел. Как вариант просто знать, что вот такой город есть, такое-то жилье продается. 350 километров до детей. Так, конечно, логически лучше взять в Новочеркасске том же самом. Лучше взять даже в Ростове что-то. Здесь не сказать, что сильно дешево. Ну как вариант посмотрел вообще город. Потому что это все равно в разы ближе, чем до Курджинова ехать. Ладно, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением, Давид Арстайл. Счастливо, друзья!